Всем привет! В этом видео я покажу, как поставить двоеточие на клавиатуре. Первое, что нам нужно сделать, это убедиться, то, что у нас на компьютере стоит английская раскладка. После чего мы на клавиатуре зажимаем Shift и находим вот эту кнопку. Она находится напротив кнопки Enter, вторая по счету. Нажимаем на эту кнопку с зажатым Shift и получается двоеточие. Ну а на этом у меня все. Если информация была для вас полезной, напишите любой комментарий под этим видео.